Щиро рада вітати всіх на телеканалі «Київ». Сьогодні вівторок, 13 грудня, рівно 2 на годиннику, тобто саме час розпочинати прямоефірні консультації у програмі «Громадська приймальня». На початку, як завжди, коротко анонсую теми сьогоднішніх розмов. До депутатської приймальні сьогодні завітає представниця «Самопомочі» Юлія Лобан, з якою ми поговоримо про охорону здоров'я та соціальний захист у столиці, а також піднімемо проблеми округу номер 12. Це Дарницький район, а саме Харківський масив та Позняки. У корисних порадах розповімо все про якість річних прикрас, гірлянд та штучних ялинок. Перші на черзі – поради лікаря про лікування та профілактику грипу та ГРВІ. Ми поговоримо вже за мить. У 5 областях України та місті Києві вже перевищено епідпороги захворюваності на грип та ГРВІ, причому найвищий показник має Київська область. Як вберегтися від цих найпоширеніших недуг міжсезоння, нам сьогодні розкаже лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні номер 9 пані Ганна Григорчик. Пані Ганна, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-09-71. Ми говоримо у цій частині про лікування та про профілактику гострих респіраторних вірусних інфекцій. Будь ласка, долучайтеся, ми вже готові почути всі ваші дзвінки на цю тему. Отже, пані Ганно, ми дійсно сьогодні маємо обов'язково наголосити на тому, яка ж профілактика має бути цих захворювань. Однак почнемо з того, що вже маємо, які факти, які дані. Який вірус наразі взагалі захоплює Україну? Це якийсь специфічний чи загальний вже всім відомий? Ні, поки прийшов в Україну вірус типу А, ми з ним вже зустрічались кілька років назад, тоді він називався каліфорнійський свиной вірус. Это из подтипов вируса А, H1N1, H3N2. Вот, то есть это относительно нам известные вирусы. Немножко позже ожидается где-то к середине февраля-марту месяца приход еще и вторая волна должна быть. И ожидается еще вирус типа Б. Но, в общем-то, это не новый для нас вирус. Знаем уже, как с ним бороться. И у части населения уже есть выработанный к нему иммунитет, поэтому, в общем-то, серьезной эпидемии быть не должно. Угу. Так, дякую дуже. А от зараз перепади температури, які постійно на вулиці ми спостерігаємо, вони якимось чим впливають на те, що от у людей знижується імунітет, і вони більш схильні становляться до цього вірусу. Як взагалі вірус відчуває себе у цій погоді? Для вірусу найбільш оптимальний діапазон температур від мінус 5 градусів до плюс 5, тогда, когда немножко снижается уровень влажности и падает уровень температуры. Поэтому и в этот период как раз и характерен сезонный подъем заболеваемости, не только гриппом, но и ОРВИ. Все вирусы размножаются именно вот в этом диапазоне. Близко нуля, так? Да. Влажность, температура, плюс происходит, в квартирах идет перегревание воздуха, происходит пересушивание слизистых. Так. А если пересушивание слизистых, значит, нарушается слизистый барьер защиты от вирусов. И намного легче вирусу имплантироваться, проникнуть в клетку. Так, дуже дякую. Я ще раз хочу запросити до розмови всіх наших глядачів. Прошу, 223-09-71. Я ще раз нагадаю, хто щойно до нас долучився, ми говоримо сьогодні про лікування та про профілактику грипу та ГРВІ. Будь ласка, ми чекаємо всіх ваших дзвінків на цю тему. Отже, пані Ганно, яким чином можна розрізнити симптоматику ось цих двох недуг, грипу та ГРВІ? І чи можемо ми взагалі говорити, що це дві різні недуги? Да, грипп намного агрессивнее и опаснее в плане осложнений, чем обычные острые респираторные вирусные инфекции типа аденовируса, респираторно-синцитиального вируса и так далее. В чем их принципиальная разница? Во-первых, в клинике в самой грипп развивается остро. Человек может буквально вот, ну, почасово сказать, вот я заболел там... Дуже швидко. Да, в течение часа. Угу. Резко нарастает температура до 40 градусов, характерные интенсивные головные и мышечные боли. И абсолютно нету никаких респираторных проявлений. Нос сухой, кашель присоединяется только через несколько часов от начала температуры. Угу. И только на вторые-третьи сутки начинают проявляться насморк, и сам кашель становится более грубый, лающий. То есть проявляется поражение верхних, средних, а потом уже нижних дыхательных путей. Ну, так что это грипп, это все
відбувається впродовж доби, правильно? Да, да, да. Это очень достаточно быстрый и агрессивный процесс. Для респираторно-вирусных инфекций характерна более низкая температура и более такое медленное входження якби, да, у хворобу, да, вируса, так? Да, да. Тобто правильно розумієш, що фактично не може бути такого, що людина буде носієм вірусу і не буде ніяких клінічних проявників цієї хвороби. Вірус потрапляє і одразу починає діяти. Чоловік може бути в період знаходитися в періоді інкубації віруса, проникновення і розмноження, але це буквально часи, 2-3 часа, хоча якщо в цей період, ну, как бы появляется чихание, кашель, то естественно, человек уже выделяет вирус наружу, и он уже является источником заражения. А как передается этот вирус? Воздушно-капельный путь, контактный путь. То есть вирус остается в пределах 1,5-2 метров от кашляющего человека. Он остается на поверхности, на любой поверхности мебель, вот в транспорте, на сиденьях, на поручнях. Потому здесь и воздушно-капельный путь характерен, то есть частички вируса попадают в воздух и мгновенно проникают в слизистую другого человека, и путем контакта, да, да, потому и советуют, конечно, руки обрабатывать, мыть и так, к лицу не подносить. Дуже дякую. Є у нас запитання, давайте послухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі, прошу. Так, перетелефонуйте нам ще раз швиденько, будь ласка, якщо зірвався дзвіночок, 223-0871, ми говоримо сьогодні про лікування та про профілактику грипу та ГРВІ. Будь ласка, долучайтеся. А залежить взагалі, от ви почали перераховувати, які саме можуть бути поверхні, залежить взагалі матеріал поверхні від того, скільки часу там перебуває вірус? В общем-то, нет. Если есть подходящие внешние условия, температура и влажность, то независимо от того, какой материал, вирус будет сохраняться. Это могут быть детские игрушки мягкие, это может быть твердая поверхность столов, это может быть железные поручни автобуса. То есть, в принципе, для вируса абсолютно все равно, на чем фиксироваться. А сколько часов он живет на поверхности? Несколько часов. Тобто кілька, впродовж кількох годин. Да. Це не дні, а все-таки, в принципі, години. Так, дякую. Слухаємо запитання. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективний і необхідний для показ профілактика арбідол і анізон? Спасибо. Так, дякуємо дуже. Ну, так зараз будемо одразу йти по назвах. Дуже попрошу вас, будь ласка, назви не називайте. Давайте будемо говорити про речовини, саме які діючі саме є у тих медичних препаратах, які ви зазначили. І ми вже будемо говорити про те, діють саме от речовини чи ні. Прошу, пані Ганно. Если говорить о профилактике, то на сегодняшний день доказанными препаратами противовирусного действия, конкретно противовирусного, есть только препараты, которые содержат в своем составе азельтамивир. Да? Это препараты по типу Тамифлю, арбидол и ремантадин, два препарата, которые тоже влияют конкретно на проникновение вируса, на внедрение, и они блокируют размножение вируса в клетке. Все остальные препараты, включая иммуностимуляторы и иммуномодуляторы, в том числе и амексин, это препараты, которые не имеют на сегодня доказанного принципа действия на сам вирус. Потому использовать как профилактику я бы не использовала, потому что неизвестно, встретится организм или человек, или не встретится с вирусом, первый вопрос. Если встретиться, то, возможно, иммунная система и сама сможет побороть, если это будет вирус ослабленный или будет его небольшое количество. А давать в качестве профилактики противовирусное средство с достаточно высокой токсичностью, ну, я бы не советовала. Организм, во-первых, привыкает к этим препаратам. И потом же, когда потребно лекувать, конечно, уже и потом в острый период, когда даешь нормальную дозу для того, чтобы помочь и прервать размножение вируса, то не всегда получаешь эффективный ответ. Так, дякую дуже. Есть еще запитання, слухаємо. Добрый день. Алло. Добрый день, раді чути вас. Прошу, я будь... Запорожья звоню. Так, дуже дякуємо, що зателефонували. Меня вот интересует вакцина.
Я с сентября бомблю, все частные клиники везде. Нет вакцин. Появилось буквально, как говорится, несколько доз. И все, и больше нет. Это безобразие какое-то вообще. Угу. Зачем вот это тут мозги пудрите с тем, как говорится, за какие-то лекарства? Если нет вакцины, значит все, как говорится, этот, все напрасно остальное. Почули вас, дякуємо, що зателефонували. Пані Гано, є зараз така проблема дійсно чи немає з вакцинацією? Наскільки я знаю, то по Києву проблеми з вакцинацією ні. Частні клініки мають вакцину, і ця ж вакцина поступала і в звичні поліклініки, тобто можна було. Безкоштовно це зробити? Можна, да. Тобто ті, хто хотів, то в сентябрі-октябрі місяці, коли починалась вакцинація, то... А от за статистикою цього року якось більше почали люди дійсно звертати увагу на вакцинацію проти грипу? Чи така ж тенденція залишається, як і в минулі роки? Мені складно сказати, який процент є привитих в общому, тому що эту статистику пока не ведут, не проводят. Но, насколько я знаю, то крупные компании, особенно с иностранными инвестициями, то они рекомендуют своим сотрудникам проводить вакцинацию, сами закупают вакцину заранее. Вот, и, вот, таким чином обеспечивают. Да, да, да. В районе даже страховых вот полисов они проводят эту вакцинацию еще в октябре заранее. Угу. Так, тобто там проблем нету. Це така вже соціальна відповідальність дійсно підприємців. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот как правильно и грамотно поступить при высокой температуре тела, вызванной ОРВИ или гриппом, чтобы не было дополнительного перегрева тела? Иногда вот кожные покровы обтирают там уксусом разведенным с водой, или, может быть, вы какие-то еще рекомендации можете сказать, то есть вот, чтобы нам не навредить себе. Угу. Дуже дякуємо вам за запитання. Питання, прошу. Есть, значит, несколько моментов в подходе к жаропонижающим средствам. Первое. Если подозревается грипп, ни в коем случае нельзя использовать препарат аспирин. Угу. Почему? Потому что он вызывает нарушение, серьезное нарушение в работе печени, и особенно у маленьких детей развивается синдром Рея, при котором могут быть даже необратимые последствия со стороны печеночной клетки. Раз. Второе. Нельзя использовать препараты, содержащие жаропонижающие, любые жаропонижающие составляющие, на которых написано экстра или плюс. То есть там, где идет двойная доза жаропонижающего препарата. Почему? Потому что в течение дня температура у человека, в организме которого есть вирус, будет нарастать достаточно злостно. Через каждые 2-3 часа будет подъем температуры. Угу. И если принимать препараты, которые содержат двойную и тройную дозу того же парацетамола, то к концу вторых-третьих суток мы будем иметь токсический гепатит. Так, так. Потому вот эти все препараты, на которых написано от гриппа, для лечения гриппа и так далее, комбинированные препараты, которые содержат жаропонижающие плюс витамин С плюс сосудосуживающие, нужно внимательно смотреть на дозу препарата для того, чтобы не было передозировки. Третье. Жаропонижающие препараты в течение дня нужно чередовать, особенно когда это касается деток. Не постоянно один и тот же? Да, да, да. Угу. Это может быть чередование парацетамола, нурофена, ибупрофена и комбинации ножпанальгина. Угу. Вот. Четвертое. Иногда, если достаточно серьезное, тяжелое состояние, то есть смысл вводить препараты внутримышечно. Например, комбинацию там, ножпы и анальгина или анальгина с папаверином. А сколько раз можно так работать? Ну, 2-3 раза в день можно, угу. Особенно если это в условиях стационара, особенно когда мы говорим о гипертоксических формах гриппа, когда температура до 40-41 градуса достигает. Вот. Если идет речь о внутримышечном или внутривенном введении жаропонижающих препаратов, то температурный центр перестает реагировать на вирус более продолжительное время, то есть до 5-6 часов тогда удерживается температура.
температура. На больше? Да, да. Mm-hmm. Ну и последнее, это, конечно, мы не исключаем и физические методы воздействия на температуру. Обтирание, это может быть холодные клизмы, это может быть прием большого количества прохладной, либо, ну, скажем, чуть теплой жидкости. То есть все-таки охолодження. Да, да. Самое главное понять, что в температурной кривой существует два этапа. Первый этап – это когда человека знобит, температура нарастает, и кожные покровы бледные и холодные, но при этом внутренняя температура будет 38-39-40 градусов. Вот в этот период очень важно дать спазмолитик любой, нож, дратаверин, папаверин, спазмолгон, что-нибудь, то, что расширит сосуды. В этот период важно человека укутать, одеть, ему холодно, его знобит. Для того, чтобы якось співвідносити температуру. Да, и дать горячее питье, потому что когда родители в период озноба ребенка раздевают и обворачивают мокрой, холодной простыней, это приводит просто к шоку. Вот. Второй период, когда расширились сосуды, человек становится красным, розовым. Ну, то есть уже весь полностью в температуре находится. Идет активное потоотделение, сосуды расширены, температура начинает падать, либо, по крайней мере, удерживается в стадии плата. Вот тогда можно давать активно жаропонижающее, холодное питье, использовать холодное обтирание, прикладывание всех вот этих вот примочек, уксуса, воды, спирта. Вот как раз в цей период это можно делать. Да, да. Так. То есть очень важно попасть физическими методами воздействия в нужный период. Если спутать периоды, то, конечно, мы только организм вгоняем в состояние еще более глубокого шока. Да. А какую температуру взагалі не слід збивати? Все зависит от того, кого мы имеем перед собой как пациента. Если это молодой, здоровый организм, то 38,5 лучше оставить для того, чтобы вырабатывался собственный интерферон. Если это маленький ребенок, если это человек со склонностью к судорогам либо к эпилепсии, то 37,9-38 обязательно сбиваем. Да, мы не ждем дальше, потому что пока подействует жаропонижающее средство, то температура нарастет еще на 5-6 единичек. Старики тоже, у них тоже может быть неадекватная реакция на температуру, вплоть до геморрагии, до инсультов, потому 37,9 уже даем жаропонижающее. А коли вже наступает момент, коли обов'язково потрібно викликати лікаря? Які ознаки про це говорять? Если это тяжелая либо гипертоксическая форма, если мы видим, что кашель стал очень глубокий, если осип голос, если отекла гортань, тяжело дышать, если в мокроте появились примеси крови, или мокрота стала ржавая, то есть если мы говорим об осложнениях в виде пневмонии, если очень сильно болит голова и появились тошнота, рвота, то так как осложнение, да, может быть менингит, менингоэнцефалит, здесь нужно обязательно обращаться к врачу. Вообще, в принципе, в идеале, если говорить о гриппе, то нужно, чтобы доктор посмотрел в любом случае в первые сутки. Угу. Особенно, если речь идет о детях, о грудничках, о людях, у которых есть какие-то хронические заболевания по типу сахарного диабета, бронхиальной астмы. Або с сердцем что-то связано, так да, само. Да, да. Если речь идет о беременных, то обязательно вызываем доктора и вопрос ставим, нужна госпитализация или не нужна. Це треба робити, тобто, якщо дійсно грип, чи от буквально якась застуда, і от за це критерії вже обов'язково треба лікаря звати? Ну, понятное дело, что в идеале самолечением лучше не заниматься, а дифференцировать четко, да, дифференцировать четко легкое течение респираторно-вирусной инфекции от того же гриппа, от респираторно-синцитиального вируса тяжело. Лучше вызвать специалиста, если этот специалист может посмотреть, потому что в тех условиях, в которых сейчас оказались наши поликлиники, то, ну, это достаточно проблематично. Там нагрузка на доктора идет в два-три рази. Це правда, так. Дякую дуже. У нас є ще запитання. Слухаємо. Добрий день. Алло. Добрий день, раді чути вас. Здравствуйте.
скажите, пожалуйста, а как быть людям, которые постоянно принимают ацетилсалициловую кислоту в качестве кроворазжижающего средства? Угу. Так, дякуємо. Если, все ваше запитання. Если есть подозрение на заражение вирусом гриппа, я бы советовала прекратить прием на этот период, потому что абсолютно не сочетается ацетилсалициловая кислота и сам вирус в организме. Угу. То есть на вот этот период, 7-10 дней, нужно прекратить прием ацетилсалициловой кислоты. То есть это стосується всех категорий, и детей, и дорослих, да, будь-якої, да. Тобто, якщо я. А що до чого це може призвести? Я так розумію, що якраз ось цей синдром Рея, да, і печінка. Да, да, да. Это очень глубокое повреждение печёночной клетки, при котором происходит нарушение выработки всех факторов защиты в печени, нарушение выработки факторов свертываемости крови, и это может привести к летальному исходу. Угу. Так, дякую дуже. Але все одно я правильно розумію, що грип, він дійсно викликає резистентність, і препарат от, потрібно змінювати впродовж там якогось періоду лікування? Чи його взагалі потрібно змінювати щодня? Нет, нет. Почему? Значит, если, если мы говорим о гриппе, то буквально 3-4 препарата, которые действуют конкретно на вирус. Если говорить о вирусе гриппа А, и вовремя, буквально в первые сутки подобрать правильный препарат, в первые сутки ввести, то резистентность, во-первых, не может развиться, потому что препараты эти даются коротким курсом. Буквально 3 дня дальше давать бессмысленно. Противовирусные препараты действуют от начала, да, от начала внедрения вируса в клетку, и буквально вот, ну, 2-3 дня потом абсолютно бессмысленное дальнейшее введение. Вирус уже погибает. С третьих суток развивается осложнение. Дальше уже мы говорим не о гриппе, а о его... А про лікування ускладнить. Да, 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 о его последствиях. Вот. Точно так же, как и введение препаратов по типу интерферона в нос, по типу назоферона, интерферона и так далее. Эти препараты могут блокировать размножение и внедрение вируса в клетку, но их нужно вводить буквально в первые минуты, часы от момента внедрения вируса. И, во-вторых, экспозиция самого препарата должна быть на клетке, ну, около 3 часов. То есть это нужно брызгать бесконечно, бесконечно, так, чтобы прервать сейчас. За это время не успевает развиться устойчивость к препаратам. Это не антибиотики, которые мы даем 5-7-дневным курсом. Это дуже швидка дія. Так, да. Дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Будьте добры, на какой день больной гриппом становится безопасным для окружающих? Спасибо. Дуже дякуємо за таке запитання. Прошу. Как только падает температура, это говорит о том, что вирус покинул организм, и больной становится, ну, скажем, относительно безопасным. Но дальше же мы говорим уже об осложнениях. Если это легкое течение гриппа, то 3-4 дня температура упала, и человек может быть в контакте с другими людьми. Он считается уже условно безопасным. Обычно вирус гриппа настолько агрессивен, что он хоть какие-то минимальные осложнения, но вызывает. Обычно это либо ларингит, либо трахеит, бронхит и так далее. То есть что-то залишается, да? Да, да. Там уже речь идет не о том, что человек при чихании и кашле выделяет сам вирус гриппа. Нет. Дальше уже идет выделение тех бактерий, которые сели сверху на поврежденную слизистую вирусом. Вот. И дальше нельзя сказать, что этот человек безопасен. Он при кашле, чихании выделяют стафилококки, стрептококки, клебсиеллы и так далее. То есть пока есть какие-то респираторные проявления, пока есть температура, то этот человек заразен, и нужно проводить все меры профилактики для того, чтобы от него не получить порцию вируса или бактерий. Так, вот после этого запитания мы поговорим про профилактику. Добрый день, слушаем. Добрый день, будь ласка, вы уже в эфире. Алло, алло. Так, так, прошу, говорите. Скажите, пожалуйста, у меня захворіла внучка. Мы позвонили, чтобы вызвать лекаря. Лекарь сказал, что сегодня у нее много вызовов, и она не приедет, а придет завтра.
І скажіть, будь ласка, в неї хворе горло, вона не може ковтати, але, правда, немає температури. Що нам робити? Так, дякуємо дуже. Така життєва ситуація, бачите, що робити, порадити? Якщо немає температури і є проблеми в горлі, ребенок не може глотати, то це не грип однозначно. Я думаю, що, скоріше всього, це начало какого-то катарального процесу в горлі. Можна, якщо доктор прийти не може, то можна просто визвати на себе врача неотложної допомоги, для того, щоб, по крайній мірі, посмотрели і віддиференціювали. Есть опасность для жизни ребенка, нужна госпитализация или не нужна, потому что так как бабушка описывает, то может быть разные моменты. Конечно, у нас есть дифтерия, например, как вариант, при котором будет боль в горле и отечность, но не будет высокой температуры. Поэтому в любом случае до завтра не ждем, самостоятельно меры не принимаем, ребенка нужно обязательно показать специалисту. Так, швидко обов'язково, от почула, дуже сподіваюся, що швидко обов'язково треба викликати, хай хоч хтось подивиться дитину і скаже, що робити. Пані Ганно, у нас залишається кілька хвилин, я хочу, щоб ми їх присвятили трьом основним пунктам профілактики. Угу. Що треба робити? Прошу. Для профилактики гриппа, ну, что бы посоветовала? Первое, это, конечно, если человек заболел, то рекомендовать сотрудникам, руководителям и самому заболевшему сделать так, чтобы он остался дома в изоляции. Mm-hmm. Раз. То есть не разносить вирус. Второе. Тем, кто все-таки вынуждены бывать в контакте с возможными зараженными, те, кто вынуждены ездить много в транспорте, учителя в школе, воспитатели в детском садике, да, там, где приводят ребенка с утра, а через 2 часа он уже кашляет и с температурой. Угу. Это, конечно, меры личной профилактики. Если видите, что есть заболевший человек в коллективе, предложите ему маску. Оденьте себе маску. На 100%, конечно, маска не защищает, но, по крайней мере, она задерживает частицы слюны, мокроты, которые... Хоть какой-то барьер у нас остается. Третье, это, конечно, оксалиновая мазь, либо любая жирная мазь, которую можно в случае, если подозреваем контакт с гриппом, внести себе на кожу носа для того, чтобы... Оксалиновая мазь, она на самом деле не лечебное средство, она просто задерживает механический вирус, который так летает в воздух. Так само становится барьером? Так, да, да, и... это просто вот жирная, который, ну, грубо говоря, налипает вирус и так, не так. проникает вовнутрь в слизистую. Дальше. Один из методов профилактики – это обработка слизистой носа морской водой. Чайная ложка на литр воды, и в течение дня увлажняем, промываем как можно чаще. Даже если какой-то вирус и попал на слизистую, то обработка внешне соленой водой будет вызывать, ну, по крайней мере, механическое его удаление. Так, так. Вот. Витамины. Чи слід взагалі приймати? Чи так, я чи не сторонник синтетических витаминов, я их никогда не советую для приема, потому что там масса побочных эффектов, и это, в общем-то, препараты с недоказанным действием. Потому в натуральном виде фреши, яблоки, другие фрукты, да, какие-то из овощей в сыром виде, да. Здесь, конечно, однозначно да, потому что даже большая доза витамина С, принятая в первые сутки от начала заболевания, она прерывает воспалительный процесс, потому что у нас масса циклов в организме, они зациклены именно на этом витамине. Поэтому первые сутки чувствуем, что заболеваем. 2 апельсина, 1 грейпфрут – это грамм витамина на один организм. И будет как раз то, что да, правильно? Да, да. Так, пані Ганно, ну и еще же обов'язково вакцинация. Это очевидный факт, что потрібно действительно про это говорить. Ну, это уже взагалі тема вакцинации, это треба окремої передачі. Але дуже хочу, щоб пам'ятали про те, що вакцинація від грипу, вона має бути обов'язковою. І це такий, навіть можна сказати, така вже проблема соціальна вже нашого суспільства. Дякую дуже за те, що завітали. Я знаю, що у нас є телефонний дзвінок, не кладіть слухавку, зараз
лікар вас проконсультує вже в позаефірний час. Нам вже, на жаль, час прощатися. Дякую дуже, що сьогодні завітали до нас. Дякую за розмову. Я нагадаю, що про лікування та профілактику грипу та ГРВІ ми сьогодні говорили з лікарем-інфекціоністом Київської міської клінічної лікарні номер 9 пані Ганною Григорчик. Завершимо на цьому медичну тему, а вже за кілька хвилин на вас чекають корисні поради, де сьогодні поговоримо про якість новорічних прикрас. Будь ласка, обов'язково долучайтеся до розмови і не примикайтесь.